Теперь уже переносимся в Кале. Больше тысячи полицейских сейчас уничтожают там лагерь беженцев на севере Франции. Это тот самый, с которым было связано множество скандалов. Именно там жили все желающие перебраться в Англию. И вот теперь их оплот разбирают на части всевозможными силами. Ну вот как раз мы видим, как это происходит на кадрах прямой трансляции с места. Палатки еще стоят, их не разобрали. Вот в таком обыкновенном режиме ходят люди, их никто, мы видим, силы не выгоняет. И хочется отметить, что власти предоставили нелегалам 70 часов на то, чтобы они могли освободить эту территорию добровольно. Ну и мигранты эту новость все равно встретили, конечно же, очень бурно. Они начали стычки с полицией устраивать на специальных автобусах. Людей сейчас развозят по разным частям страны, дают им возможность получить убежище уже в другом месте. Напомним, что Кале – это самый густонаселенный во Франции лагерь. Вот как раз более 9 тысяч мигрантов из стран Африки, Ближнего Востока проживали на его территории. И из-за жалоб как раз местных жителей, потому что высокий, резкий произошел рост преступности, решили все-таки избавиться от этого проблемного лагеря.